прохладными гостиницами. Так мы что, сейчас гуляем или идем все вместе еще? Да. На фоне. Ну, а что это такое? Солнце. Ближе к Васе. Мы покидаем город Толедо. Смотри, какой красивый. Мост 13 века. Какой герб красивый. Да. Мост 13 века. Да. Нет, идем по мосту. 13 век. Почему-то у меня нет такого. Сейчас погода замечательная. Посмотри, какие эти кактусы. Мощные. Видишь? Да. Это алоэ. Алоэ, думаешь? Да, конечно. Битва Толедо с моста 13 века. Прощай, Толедо. Ты очень был красив. Город моей мечты. Красивый. Встретились ветряные мельницы. Я
самый кафедральный собор Девы Пилар, покровительница Сарагосы и также покровительница полицейских, все полиции, в основном у всех полицейских всегда в машинах бывает именно икона Девы Пилар, потому что она как покровительница военных, именно из-за войны, из-за французской войны, превратили ее в покровительницу всех военных. Перекрашены потом в цвета Ватикана, зеленый, белый, желтый цвет, да. Цвета Ватикана. То, что вы видите прямо напротив нас, вот этот небольшой храм, это один из самых древнейших зданий, одно из самых древнейших зданий, которые мы с вами видим. Не одно из самых, самое древнейшее, потому что было построено в 3 веке. Это еще романская архитектура при Римской империи. А вот правее, чуть белее здание, если обратите внимание, оно тоже в романском стиле, но уже совсем свежее. Точно такая же башня стояла, была тюрьма, но потом ее снесли, и уже она была в ужасном состоянии, невозможно было ее просто дальше поддерживать. Ее снесли, построили точно такой же, но уже совсем современная работа, и сейчас это информационный пункт, туристический пункт. Кафедральный собор в Сарагосе. Здесь не так холодно. Смотри, это магнолия. Берем. Кафедральный собор в Сарагосе. Во-первых, уже нет определенных скульпторов, работают школы скульпторов, школы архитекторов, школы художников и так далее. В данном случае школа художников посещали экспансию. То есть, если на его форму посмотреть, некоторые там видят очень размазанные границы ткани, а другие представляют и хотят это представить, как уже Испанию хотели колонии. Потому что испанство, это сама Испания, то есть испанство. Если на него, на эти прожектора не обращать конкретного внимания, они не бросаются в глаза своей современностью. То есть они тоже как-то подделаны под стиль и под уровень вот этих испанца. Которая существовала здесь, в Сарагосе. То есть это самая древняя часть вот этой площади. Римской крепости. И эта церковь тоже, это та, к которой мы приближались с той стороны, я вам сказала, что она 4 века. Неестественно, неоднократно реставрирована, не перестроена, потому что фундаменты те же самые, камни они те же самые, просто она поддерживается. А вот этот наклон, это от ее уже возраст. Ее древние считают нужным построить никакой поддержки для этой башни, потому что она еще не красивая башня, но со временем, конечно, появится. Имейте в виду, что прямо стоит на берегу реки Гуадалквивир, и все никак это влага, она подвиг архитектуры, поэтому она начинает постепенно падать.
красиво. Сейчас идет фиеста. Все со своими бутербродами, детки. Где фойе, его уважают. Это мини-город. Сейчас, извините. 16 века здание, и вот это, и то. Они были одинаковой структуры, немножечко их различили. Что такое экспо 2008? Дорогой, через год будет проходить выставка. Обширная война. Идут уже обширные строительства за городом. Огромных павильонов, которых в разных залах нас будут знакомить с функцией воды. То, что она значила, то, что она значит, что с ней сейчас становится, что может быть, если мы также будем долго следить за водой, и будут провожать те же самые засухи, и как-то нас приобщить к правильному пользованию водой. Это будет через год, естественно, с одной стороны. А я тут вдруг просто, видите? Это даже отражалось на его картинах, потому что изначально его любимая тема картины это были женщины, он всегда писал женщин. Потом он стал придворным художником, писал королевские семьи, про королевские семьи и так далее. А в последние годы своей жизни, уже когда был очень больным, он плохо видел всегда, но под конец своей жизни он оглох. Это ухудшило его состояние моральное. И это отражалось на его картинах, которые были очень темные, очень страшные, очень. Скажи, что пусть позволит через. И вдруг за углом уже барокко, уже католическая церковь, потому что это была та же самая мечеть. И естественно, как и всегда, уже история слишком много раз повторялась, сначала построили внутри. И чтобы был свет, мечеть была всегда темнее, чем сами церкви. Видите, оттуда уже открыли более такие готические окна. Но вот с этой стороны сохранилась эта стена. Те же самые узоры, тот же самый кафель, обязательно присутствует именно зеленого цвета, потому что это мусульманский цвет, цвет мусульманской религии. Ну и сама церковь называется «La Seo». «Seo» по-латински означает «святый», «святой». Вот эта церковь называется «Seo», но открывается чисто для людей. Службы здесь никогда не бывает, никаких мисс, свадьбы и так далее, все в кафедральном, потому что если заходить сюда, лучше пойти в кафедральный, чем в эту церковь. Тем более население здесь небольшое, 150 жителей, очередей таких больших на красивое место. Вот это центральный алтарь. Готический, вот видите этот забор, решетка. Он прямо за этим забором. На самом деле он всегда бывает закрыт. Здесь идут службы, мессы, это действующий кафедральный собор. Но типичный стиль барокко, видите, уже грубые, намного ниже потолки по формам. Интересно здесь, что здесь.
Пробился купол, но не взорвался. Эту Рому не видим. И сейчас мы с вами, знаете, куда пойдем? Вы заметите, на стене золотая такая пластина.